Всем привет! С вами Тобишой. И сегодня я хочу рассмотреть одну личность — Павел Рилюн Шабалин. В Лигу Легенд он пришел относительно недавно и уже заслуженно получил своих фанатов. Так давайте разберемся, что это за человек и чем он занимался. И поразмышляем, чего нам ждать на трансляциях Open Cup и континентальной лиги в общем. Начнем с самого начала. Увлечение Павла киберспортом началось в 2013 году с дисциплины World of Tanks. Рилюн создал свою команду Equilibrium, с которой выступал на турнирах. Параллельно вел и редактировал новостную группу Киберспорт Инсайд. Всем привет! С вами Рилюн, и это второй выпуск Инсайда. Здесь вы, как обычно, найдете все самые интересные новости из мира танкового киберспорта. В мае 2014 года один из выпусков дайджеста вышел на YouTube-канале Natus Vincere, после чего началось активное сотрудничество с организацией. В сентябре 2014 Павел перешел в Moscow в Кибер, где занимался организацией и комментированием турниров. В феврале 2015 года принял участие в конкурсе комментирования Wargaming и одержал победу. Наградой была поездка в гранд-финал и его комментирование. Летом этого же года был приглашен в студию Star Ladder, где и продолжал комментировать дисциплину World of Tanks. После выхода Overwatch Павел увлекся новой игрой и в 2016 году комментировал крупнейший турнир World Cup по Overwatch с неотразимой Полиной Exilia. Мы вернемся к вам совсем через мало времени, буквально сегодня во сколько, в 10 вечера, да? По Москве, да, в 10 вечера по Москве, так что будем сейчас на данный момент прощаться, но совсем ненадолго. Сегодня с вами работали Полина Exilia Paraka. И госпожа Полина Exilia Paraka, и Павел Рилюн Шабалин. А поскольку Activision Blizzard экономит даже на воздухе своих сотрудников, было принято решение закрыть к третьему сезону русскую трансляцию Overwatch. Павел данную ситуацию прокомментировал так. Не могу раскрывать всех подробностей, но я нашел для Blizzard два выгодных предложения по локализации. Одна из студий предлагала мне бесплатно аренду студии, зарплату режиссерам, менеджерам, гримерам, звуку. От 150 до 100к в день. Делать целый год контента. С условием выплат зарплаты хотя бы комментаторам. Но Blizzard не устраивал такой вариант. Сейчас остались только те регионы, где права были проданы на телевидение. Видимо, причина в деньгах. Ибо киберспорт — это бизнес. После этого Павел решил окончательно перебраться в Лигу Легенд. На протяжении нескольких лет Павел находился на трансляциях в виде ассистента режиссера. И только в начале 2020 года Павел перебрался на пост комментирования Лиги Легенд. Павел проделал большой путь и имеет много опыта как в комментировании, так и в подаче информации. Как по мне, данный человек должен принести на трансляции что-то свежее, новое и интересное для игроков. А с учетом того, что он переходил из дисциплины в дисциплину, его адаптация будет максимально в короткие сроки. Шоу уродов, Дмитрий. Особенно мерзок Cold Star. На данный момент шоу уродов стало меньше шоу уродов, да. Потому что к нашей команде присоединится красивый Паша. А так все по факту получается. Во имя Аллаха. Больше нет Яндекса. Игры стали онлайн. И теперь, как по мне, есть возможность разгуляться, придумывать новые шоу и развивать их. А появление новичка должно разбавить шоу чем-то новым. Думаю, трансляции в будущем станут более живыми, а комментаторы более людьми, что и должно увеличить просмотр киберспортивной Лиги Легенд.